Йоу, what's up, guys? Здорово всем. Мы продолжаем проходить Infamous First Light. И я зачистил весь город, как я и обещал. Все. Всех люминов собрал. Все гонки выполнил. И повыполнял некоторые задания. Не сюжетно, естественно. Также у меня, смотрите, почти имеется вся прокачка. Вот эту фигню, конечно, я не качал. Но, не знаю, у меня 40 люминов еще есть в запасе. Можно, в принципе, прокачать. Но мы, как видим, две способности еще недоступны для нас. Вот. Так, а испытания? Какие испытания? Испытания есть в городе разные. Сбоку, справа мы видим испытания, да? Победить. Не стреляя за рулем, переговорщики и т.д. т.п. Короче, которые выполняются в процессе прохождения. Бить врагов выстрелами из уязвимой точки. Ну, понятно. Вот. В общем, всю неинтересную часть я уже выполнил. Поэтому можно двигаться чисто по земле, по сюжету. И это хорошо. То есть мы не будем ни на что отвлекаться. Будем искать своего брата. Так, сейчас я вспомню управление. Да. Хорошо, вроде бы все окей. Я пару дней не играл. И думаю, что за сегодня мы должны, по идее, пройти весь сюжет. Я надеюсь. Так как у меня, если не ошибаюсь, 46% пройденной игры было на данный момент. Так, уклон носит ответный удар, помогите Шейну в его войне против Аку. Гоу. Шейн, я не вижу тут твоих людей. Акулы выбили их, окружили у паромной станции. Им пришлось бежать. Сколько против них бандитов? Куча. А что, снова хочешь поиграть в старуху с косой? Обновить число убитых? Я делаю это ради Брента. Ха-ха, да ладно, я же тебя видел. Широкая ухмылка на морде, яростный взгляд. Ты кайфовала. Я в норме. Окей, как мы поняли, нам Шейн звякнул, сказал, что он какие-то неприятности имеет, и нам необходимо ему помочь. Мои парни засели за одним из грузовиков. Защити их, и когда Дженни взломает тот телефон, мы вместе пойдем выручать твоего брата. Так, я их не вижу, акул пока. Почему я не вижу? Отлично, киллер. Я тут соберу выживших, а ты двигай на второй фронт. Фронт? Это что, война? Ну, типа, мы с тобой украли оружие. Я раздал его своим людям, они стали вышибать двери, искать Брента, и акулам это, естественно, не понравилось. Это война банд, и ее начала ты. Ладно, я вам помогу. Брось, не злись. Мы всех порвем. И когда Брент вернется... Это не значит, что наше сотрудничество закончится. Мы с тобой на пару. Мы горы свернем. Целые горы очень-очень дорогой наркоты. Ни за что. Десс скоро будет здесь. Акулы в панике.
Думаю, они бросят все силы против моих парней, которые собрались у Нидл. Отлично. Если они все там соберутся, не придется их выслеживать. Да, это ты, мой ангел смерти. У нас будет замс, это очевидно. Замедление теперь немного дольше. Застал часть лазерного шоу. Похоже, ты разошлась. Давай им прикурить. У меня мороз по коже. Я просто пытаюсь помочь брату. Кайф я от этого не ловлю. Мы с ним совсем не такие. Понятно. Не хочешь, чтобы Брент узнал, какая ты на самом деле? Ангел смерти, которого я так сильно люблю. Брент обо мне заботится. Когда люди видят, что я творю такое, у них крыша едет. Я не хочу его потерять. Если твой брат помогает тебе не слететь с катушек, тогда держись крепче. Дженни взломала телефон акулы, и теперь мы знаем, где они держат заложников. Ты серьезно? Когда будешь готова, встретимся у кофейни на Мэдисон. Пора действовать. Окей, задание выполнено. Хорошо. Мы так тоже готовы. Родина в опасности, нападите на базу Акулы и найдите своего брата. Ранера, это ты? Мы с парнями тут на стоянке. Прыгай на крышу машины. Окей. Опять вас защищать надо. Снова ехать на крыше? Да ты джентльмен. Но в прошлый раз все сработало. После адской вздрючки, которую ты им устроила, они будут злые. Загнанные в угол крысы опасны. Спасибо, страшила мудрый. Шо? Они сзади, на пикапе! Я пикап уничтожу. Страшила, не забывай жать на газ. Ладно, мы все пристегнуты, кроме тебя. Окей. Нам было где-то... Ха-ха-ха-ха! Еще пара таких дел, и город будет наш! Город мой. Ты супер, детка! Я знаю. Своя.
не достигивает. Прекрасно! Что за отстой? Так, Женя думает, что люди там, в доках, и сидят в контейнерах. Нужно открывать все подряд, пока не найдем приз. Тогда скажи своим не лезть вперед, не хочу кого-нибудь подстрелить. Ха-ха, разумеется. На этой шахматной доске королева ты, и мы это знаем. Где мой брат? Должен быть где-то здесь. Тут все контейнеры набиты людьми. Брэнд? Здесь нет. Я так думаю, нигде не будет. Здесь его нет. Окей. Сейчас! Блин, ну вот здесь приехал. Мне некогда с этим разбираться. Шейн, у тебя есть люди рядом с южной станцией монорельса? Бренду нужна помощь! Да не вопрос, я разберусь. Я скоро буду. Так. Походу валить, да? Черт,
без доков было изи, на самом деле. Но прокачанная способность, если можно легко не перемещаться, это радует. Когда я бежала к Бренту, мне было хорошо. Рядом с ним я как будто дома. Перестаю сходить с ума, паниковать и цепляться за воспоминания, просто чтобы успокоиться. Он моя опора. Я мечтала снова увидеть его. Крошка, но работа еще не кончилась. Я отпущу его только когда в городе все наладится, обещаю. Стой, скаута. Не делай так. Еще парочка заданий. Ранера. Нет, нет. Я снова сходила с ума. Нужно было найти воспоминания, пусть даже самое плохое, чтобы держаться. К бездомным относятся как к тараканам. На тебя всегда смотрят косо. А потом была первая доза. И оказалось, что быть тараканом неплохо. За эти ощущения мы были готовы на все. Брент понимал, куда все идет. Он не хотел, чтобы я пропала вместе с ним. Но я уже подсела. Мне это было в кайф. Я не могла остановиться. Не могла. Мне был нужен контроль. Шейн забрал Брента. И меня понесло. Похоже, что ваше тело устояло и одарило вас новыми способностями. Да, похоже. Хотите их увидеть? Давайте. Попробуйте меня взять. Сбейте трех врагов с платформы. Вы сдерживаете свою силу, мисс Уокер. Может быть. Давайте еще раз, я устрою вам шоу. Не понял. Победить трех гостей с помощью стазис пузыря и стрельба. Потрясающе. Почему вы не показали это раньше? Потому что вы не дали мне повода это сделать. Пригнали бы дезовцев, получили бы полный фейерверк. Осторожнее с желанием. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Новый испытанник. Здесь нет выхода. Все запечатано. Сейчас я разрешаю вам нападать на голограммы моих людей. Но только при одном условии. Не скрывайте своих способностей от меня. Супер! Столько лет бегала от этих парней. Драться веселее! Иди сюда! Почему вы злитесь на проводников, мисс Уокер? Мы же все в одной лодке. Вам кажется, что мир пошел на вас войной, но иногда помощь гораздо ближе.
вызывает такую ярость? Почему вам это так нравится? В этом задании вы должны создать свою собственную реальность. Перегрузка. Ладно. Интересно. Испытание. Перегрузка трех турелей. Хорошо. Вот так. Хорошо. Оружие всего лишь инструмент. Оно помогает добиться цели. Эй, я не твое оружие. Хватит болтать про мой гнев и лезть ко мне в голову. Я хочу драться! Агенты Деза были такими же, как и вы. Проводниками, которые нуждались в моей помощи. Но чтобы получить работу, они должны были выжить. Нечем дышать. Окей. Не могу. Это настоящее испытание. Минус. Так, турелька. Получай, турель! Видите? Вы оружие. Когда мы выбрали вас, я заткнула рот прессе. Уничтожила все документы, потому что поняла, что вы можете принести пользу. Я здесь из-за силы. С нею я снова нормальная. Нет, вы здесь из-за того, что сделали. Хотите выпустить ярость? Направьте ее. Сражайтесь! Так,
Валили. Минус. Так, еще одна. Быстрее, больше, сильнее. Сейчас все будет. Бета. Хорошо. Выживание. А зачем мне очки навыков, когда я... Мировую таблицу рейтингов. Ну, давай посмотрим. Ну, ничего себе. 101 миллион. Отлично, мисс Уокер. Продолжайте в том же духе, и вы получите работу. Садитесь. Вы говорили о том, как Шейн предал вас. Хорошо. Когда с акулами разобрались, Шейн решил шантажировать начальника полиции, чтобы провернуть какую-то важную сделку. Он пообещал, что если я соглашусь ему помочь, то он отпустит Брента. Я знала, что это ложь. Люди Деза все прибывали, и мне нужен был план Б. Какой у нас план Б? Да ладно. Я уже испугался, что я в другой части города, но нет. Так. Стазисный взрыв. Накопить заряд. Втрое больше силы. Увеличит время действия стазис пузыря. 50% больше. Но пока не качаем. Посмотрим. Проныра, у тебя проблема. У меня проблема. Дес хватает моих людей почем зря. Если так пойдет и дальше, у меня их совсем не останется. Некому будет охранять твоего брата, понимаешь? Помоги ему. Знаешь, я с удовольствием научу твоих парней, как не попасть в лапы Деза. Не надо на меня наезжать. Копы сели мне на хвост. Все из-за твоих чертовых лазеров. Выдохни, чувак, я все сделаю. Если разгромить комплекс, будет меньше народа и больше кислорода. Ладно. Только не забудь про моих парней. Не забуду, босс. Окей. Разгромить комплекс. Хорошо. Активности больше никаких нету, да, в городе? Нету. А что такое проводник? Спасите людей Шейна от Деза. Так, Дез, сегодня я приду к вам домой, и вы попляшете. Они быстро строят. Спасибо, придурки! Я давно мечтала это сделать. Даже школьницы круче вас!
Окей. Шавки! Ну, маленькие Шейны, бегите! Черт, они увеличиваются! Чувак, ты что, решил сдаться? Эй, вы проваливаете! Ну, техасец, твои громилы снова пасутся на природе. Ты такая хорошая, преданная работница. Пожалуй, тебя надо наградить. Проныра! Брент, куда он тебя посадил? Не знаю, но это не важно. Беги, пока Тесс тебя не сапал. Видишь, детка, если ко мне по-доброму, я дам немного Брента. А если нет, то отниму у Брента ухо или зуб на выбор. Мудила, короче, Шейн. Ну, это явно было. Алло. Говорят, твой брат у Шейна. Мне жаль, но я его знаю. Пока ты ему нужна, Шейн ни за что не отпустит Брента. Ты по опыту знаешь? Слушай, я хочу тебе помочь, но это должен быть наш секрет. Встретимся в научном центре, и я все объясню. Окей. Прибежали. Дженни, ты здесь? Как дела? Загружаю программу на твой телефон. Видишь приложение для видео? Включи его. Что это? Картинка с ближайшего полицейского дрона. У Шейна скоро будет доступ ко всем этим штукам. Он подкупает копов. И что? А то, если хочешь найти брата так, чтобы Шейн об этом не знал, ищи и уничтожай эти дроны. Почему ты мне помогаешь? Потому что тебе не понравилось, когда забрали ту девушку. Мне уже не вырваться от Шейна. Но ты можешь. Хм.
Хорошо, что меня не укачивает. Блин, вообще хрен знает, где он летает. Это была дорогая штука. Так и есть. Они по 90 штук каждая. И еще одна на углу третьей, блин. Так, хорошо. Уничтожаем дрона. Самое большое здание, да, так, то самое высокое. О, отлично, надо бежать. Много на него лезет. А это по закону? Так, похоже, полиция включила еще одного. Он движется чуть быстрее остальных, так что ловить его будет сложнее. Да ладно. Быстро это ничего, это моя тема. Пришел в воздухе. Да выйди. Это не дрон. Вертолет? Серьезно? Ты не знала, что это вертолет? Извини, они так похожи, они выглядят. Неважно. Не я же превратилась в пылающие обломки. Я пришлю тебе координаты остальных дронов. И кажется, я знаю, где Шейн держит твоего брата. Кажется? Это здорово. Шейн переводит пленников с места на место, но, по-моему, я поняла его систему. Все, я официально прощаю тебе вертолет. Скажи, куда идти, я уже там. Ки? Еще вертолеты. Без ракет это будет тяжело. А так, стоять. Тут камера. Какое новое здание появилось? Бронились полицейский дрон для наблюдения, нажмите. Понятно, он через эту летает. Нам надо решить все вопросы до завтра. Не ожидал такого, да? Окей. Так, хорошо, у нас появились еще дроны. Давайте это сразу выполним. Доп. Задание. Они, по всей видимости, появляются только тогда, когда я проверяю, да? Где-то сбоку летает. Так,
Вот на что идут наши налоги. Район счищен. Ну, зачисткой района, в принципе, заняться здесь не сильно долго. Уничтожить всего лишь 5 дронов. Я думаю, мы их по сюжету еще уничтожим. Если где-то близко будем. Шейн убеждает всех в том, что он новая акула. И для этого сажает смутьянов в контейнеры. И моего брата тоже? Да, но я не знаю в каком. Их 4. И все охраняются. Если начнешь их вскрывать, у тебя будет пара минут. Потом Шейн узнает. Буду действовать быстро. Спасибо. Первый рядом. А, это же наш тяжелый... Выруби их, пока не подняли тревогу. Здесь пусто. Ой. Иди к следующему, быстро, пока никто не хватился этих охранников. Я заглушу их систему связи, это даст тебе время, но ты должна спешить. Где следующий? Шейн постоянно хочет быть в курсе дела. Его люди должны все время выходить на связь. Поспеши. Если меня поймают, он, наверное, решит, что это ты рассказала мне про контейнеры. Я буду уже далеко. Помогу тебе и свалюсь с чистой совестью. С чистой совестью? А что ты натворила? Угости меня коктейлем на пляже где-нибудь далеко отсюда. Тогда я расскажу. Ладно. У тебя мало времени. Да я все знаю. Франира, поспеши. Дженни, откуда столько полиции? Они просто кишат. Ты разнесла базу Дезла, и полиция работает в 2 смены. Эй, не успею. Ты мой друг, враг народа номер 1. Вот так. Ну же, Брэнк, ты должен быть в этом контейнере. Быстро. Здесь никого нет. Следующий. Тогда давай к следующему. Бегом. Идем. Привет, Проныра. Что это задумала моя девочка? Сейчас я как бы занята. Ты задыхаешься. В чем дело? Представила, как я голышом скачу на твоей лошадке? Но это я понимаю. Или у тебя снова началась паническая атака? Я угадал? Снова свернешься клубком и отрубишься? У меня на хвосте копы. Пока. Нужно спешить. Я вижу, что нужно спешить. У меня нет времени. В чем дело, Дженни? Тут никого нет. Не знаю. Остался только один. Он наверняка там. Я взломала компьютер Шейна, чтобы узнать, где Брэнд, ясно? Я ради тебя. Рискую собственной шкурой. Пожалуйста, не подведи. Давай, тороплюсь, как могу. Ой, я зря побежал. Ромира, время идет. Поторопись. Дженни, здесь пусто. Это подстава.
Дженни? Боюсь, Дженни сейчас не может подойти к телефону. Не трогай ее. Думаешь, я не заметил, что стали пропадать дроны? А? Об этой истории знала только Дженни. Я должен был выяснить, на моей она стороне или нет. Все это моих рук дело. Да ладно. Мозг это она, а ты просто лазер с розовой челкой. Дай ей трубку. Ты опоздала. Она уже вышла. Ну, если поторопишься, то, может быть, еще успеешь. Я тут вниз попасть. Нет! Дженни! Я... Видишь, Пронера? Дженни заставила меня это сделать. Она знала, какова цена предательства. А ты-то сама знаешь? Мой брат. Ты убьешь брата. Хорошо. Пусть смерть Дженни не станет напрасной. Делай, как я скажу, и тогда твой брат будет жить. Что он с ней сделал-то, непонятно. Шею сломал? Знаешь что? Встретимся на крыше Pioneer Building. Нам нужно копов убивать. Дженни, зачем тебе два пауэрбанка? Какой-то мультиметр, не знаю. Ладно, не успели. Шенни, да. Так, подождите. Хорошо, у нас по пути есть две камеры, то есть два дрона. Уничтожим. Так, где? Так, рельсы. Где у нас рельсы? Иногда быть роботом невыгодно. Еще имеем бутылку. $90,000 вдребезги. Я с тобой согласен. Это сильно много. Это какой-то сраный дрон. Помогите Шейну взять Сиэтл под контроль. Глава Сиэтла. Так, Шейн, я здесь. Извини, крошка, я отвлекся. Возьми телефон и все увидишь. Коп, которому я плачу, наконец дал мне доступ к камерам. Вот то, что они транслируют. И что? Просто что копы? Это? Захват? Да, и они защищают начальника полиции. Я мечтаю с ним встретиться, но, к сожалению, не в такой большой компании. Я не собираюсь убивать всех этих людей ради этой встречи. Я их отвлеку. Устрою шум, чтобы им пришлось выяснять, в чем дело. Как скажешь, золотко. Если встреча пройдет так, как нужно, я на много лет стану правителем Сиэтла. А ты с братом сможешь уйти. Я устрою заварушку.
устроить заварушку. Разбей пару машин. Это всегда отвлекает мобов. Продолжай в том же духе. Копы уже нервничают. Они идут к машинам. Продолжай все громить. Шеф полиции оглядывается, куда все подевались. Пойду с ним знакомиться. И, кстати, для защиты мне нужен мой лазерный пистолет. Хорошо. Наконец-то. Не давай копам подойти. Не хочу, чтобы меня прерывали. И давай без шуток. Безопасность твоего брата зависит от моей. А где мой брат? Держал его в паре кварталов отсюда. Теперь сама с ним разбирайся. И это все? Ты же все слышала. Ты уезжаешь, я становлюсь боссом. Все счастливы. Хм. Слишком просто. Мне так кажется. Он его, наверное, Дезу передал. И у меня в кармане. Ты стала просто симпатичной обузой. Ядовитый газ? Ах ты трус! А что делать? В тебя стрелять? Только зря патроны тратить. Когда я отсюда выберусь? Знаю, детка. Поэтому ты не выберешься. Сама понимаешь. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Брент знал, если мы не уедем отсюда, то никогда не завяжем. Он брался за опасную работу ради денег. Хотел купить катер и уплыть в Канаду. Я говорила ему, что это бред. Но когда он пришел без пары зубов,
Я завязала. Хоть меня адски ломало. Он оставался рядом все время. Не бросил меня. Он мой брат. Я люблю его. И ничто меня не остановит. У него был бренд, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят. Так, какие силы? А, ракета, окей. Неплохо. Но почему вы решили показать это сейчас? Потому что я тренируюсь, пробую, набираюсь сил. Дайте врага покрепче. Хорошо, мисс Уокер. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. И желтые линии, и красные. Вас будут ждать ваши личные демоны. Проводник, который создает голограмму, без ума от видеоигры про демонов. Я не в восторге от стиля, но для обучения они прекрасно подходят. Так, кошмар победитель демона. Хорошо. Кажется, им это не нравится. Мы, проводники, живем в очень жестоком мире. Мы должны защитить себя. Это не живые противники, но ваши чувства самые настоящие. Думайте о шее, направляйте свою ярость, наращивайте силы. Защитите неон. Отлично, убивайте. Природа не зря наделила вас силой. Примите ее дар.
Получилось? Похоже, вам начинает это нравиться. Запомните это чувство. Не сдерживайтесь больше. Это все? Видите, на что вы способны? Будущее есть только у тех проводников, которые отринут прошлое. Я хочу услышать окончание вашей истории. Сейчас расскажем. No problem. Шейн хотел меня убить, так что выбора у меня не было. Только сражаться. Но проблема в том, что я не знала, где искать его или брата. Она сдохла? Надеюсь, да. Давай выстрелим еще раз, ну, на всякий случай. Где Брент? Они должны как-то друг с другом говорить. Догадливая. О, гарнитура и размерчик мой. Конвой номер 3. Уокер, не вижу. Нет, Шейн все учел. В грузовиках столько добра, она никогда нас не найдет. Подожгу грузовики с наркотой, и Шейн сразу прибежит. Нужно их найти. Это поможет. Редко. Грузовики, вам крышка. Что мне сделать? Я знаю, как его разозлить. А, я уже забыл. Чем говорить. Можешь поболтать с наркотой, которую я размазала по дороге. Не может быть. Может. Пока. Стой, не вздумай, ты... Это что за хрень? Наверное, это акулы. Надо было с ними разобраться. Это нападение? Это стрельба? Эй, Джимми, скажи что-нибудь. Сюрприз! Ах ты, сука! Повредишь еще один грузовик, и
Брент останется без руки. Ясно тебя? Ты этого не сделаешь. Да? Поспорим? А что тут спорить? Без него у тебя не останется никакой, совершенно никакой защиты от меня. Ты с него пылинки сдувать должен. Не трогай моё. А не то пожалеешь. Блин, не пожалею нифига. Ты не смоешь. Следующий ретранслятор, где у нас находится? Крыша есть? На крыше дома. Так. Это, конечно, печально. Они вообще лезут не в свое дело, как говорится. Ага. Алло. Похоже, ты потерял еще одну партию, дружок. Зачем ты это делаешь? Отдай мне Брента, и все закончится. Нет, 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 нет. Я отпущу его только когда ты расшевелишь Дес. Слово скаута. Тогда извини. Да. Это просто девчонка, и она одна! Ведите сучку сюда, я ей займусь. Хочу заявить о наркотиках? Ой, нет, все уничтожено. Дес пришел за тобой. Они знают, что ты разнесла мой груз. Тебе осталось только убирать. Думаешь, их не заинтересует, что это был за груз? Это преступление, между прочим. Да им плевать на меня. Они охотятся только на уродов. Их жертва ты. А я примерный гражданин. Да, но они могут передумать, когда все узнают. Эй!
О, последний, да? Эй! Скажите что-нибудь! Она здесь! Что-то не по себе! Где? Не вижу! Защищай машину, твою мать! Защищай. Мимо бежишь. Знаете, вы просто выйдите. Уползали. Что там творится? Ничто. Она сдохла? Черт, ответьте кто-нибудь! Это для тебя, Брент. Графика, конечно, у нее шикарная, ну давай. Вызови грузовики, Шейн. Может, кто-нибудь ответит? Сука! Твоя банда скоро уменьшится. Кстати, один бандит — это уже банда? Ладно. Ищешь меня? Я в крокодиле. Иди сюда. Клянусь могилой мамочки, что я размажу твои неоновые мозги прямо по стене. О, свидание. Свиданка. Убежище Шейна. Так, а пока я иду в убежище Шейна, можно ли? Нет, нельзя. Я думаю, что все-таки уничтожить остатки у дрона. Но, по всей видимости, их можно будет уничтожить только после прохождения данного задания. Ты
Окей, ничего. Даже. Хм, странно. Припас для тебя немного. Тебе нужен бр... Лови! Героина. Иди сюда! Думаешь, под наркотой я забуду про Брэнда? Я совладаю. Чуть нифига вообще. Шейн, ты собираешься прятаться, как последний трус? Спокойно, ты все можешь. Не он, ради Брента. Вперед! Да вперед, не он, нет. Что за дела? Это дом моих родителей? Что это? Я помню. Мама? Папа? Мы не можем это скрывать, Абигейл. Ты ранила девочку. Ты теряешь контроль над собой, когда злишься. Твой отец прав. Так будет лучше. Может, вызываете Дэс? Сбагриваете меня с рук? Мама, сейчас же положи трубку! Так нельзя! Она твоя дочь! Я была маленькая! Не плачь, Абигейл. В Дейзи это все исправит. Она нам обещала. Прикольно. Где она? Бронир, беги! Мать, мать, мать! Я им не дамся. Все, что захочется. Не так, как ты думаешь. Моя заначка. Где она? Где она? Покойся, прошу. Нет! Сестра. О, Боже. Прости меня. Я не хотела, мне привиделось. Это Шейн, это из-за него. Ничего. Нет. Ты не виновата. Нет, нет. Нет. Ты мне нужен. Не оставляй меня. Сестра. Прости меня. Боже, Брэд.
кстати, подвал мы видели уже в основной игре за Делсина. И вас нашли мои люди. Это Шейн забрал вашего брата. И вы тогда сорвались, потеряли контроль. Был бы шанс, вы бы убили его. Прошу. Браныра? Сделай милость. Скажи этим ребяткам, что я на 100% нормальный американец. Я знаю вашу историю. Слава скаута. Но вы должны заново ее пережить. Вернуться к моменту, когда вы сдались. Я не имею отношения к этим уродам. Он мой. Ведь она, оказывается, сильная деваха там вообще. Браныра. Эбигейл. Эбигейл. Как он там? Фамилия, не помню. Неважно. Почему он не умер? Имбовый, что ли, пацан? Металл хорошо прикручен. Надо помедленней. Блин. Почему помедленней? Нормально. Странно, конечно. С металлом, но, по всей видимости, это для того, чтобы... Он... Что за приколы, а? Браныра, ты вообще по паркуру ноль полная, смотрю, да? Не твое это. Забавно получилось. 12 за шейну. Хорошо. Мы сейчас, наверное, так вывеску найдем. Это логично, да? Чаем энергию и догоним. Кстати, херовая способность в плане того, что вне городских зонах, да, способность бесполезна, потому что генерал... Преследую БТР-13. Уокер не вижу. Не повторяю, вам на помощь выпущены дроны. Но будьте осторожны. Во время грозы ими сложно управлять. Вас понял? Так же, в принципе, у Спайдермена тоже вне небоскребов, по-моему, особо не полетает, используя свою паутину. По
поэтому это будет локальная такая способность. Суперспособность. Хм. Дрон. Уходи. Наверное, сломано. Давай. Киса, 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 киса. Упади, давай. Чувак, ну ты чё? У тебя есть неон, я вижу. Вот так. Удирай, Шейн. Нам тут не прыгали. Замечен проводник! Замечен проводник! Подкрепление к станции Дельта! Идеально. Их не так и что. Ребятишки, у вас есть что? Там энергию где-нибудь качнуть, нет? Понял. Очень странно, что Дес использует дроны с неоном. Кстати. Блин, снаряды-то нам прокачать. Число самоуничтожающихся ракет, а на 30% больше ракет в каждом залпе. У меня чисто до 3 больше ракет в каждом залпе. Стазисный взрыв, давайте качаем. Или вот эта штука завершающих ударов. Но я им особо не пользуюсь, наверное. Но ракеты, наверное, стоит прокачать. 60%, 4. Пока так, пока так. Локер замечен к югу от развязки 104. Продолжайте наблюдение. К вам идет группа поддержки. Хорошо. Ой.
принеси. Погнали дальше. Потеряна связь с группой поддержки. Заключенный укрылся в одной из боковых пещер. Вертолеты, окружите пещеру. Конец связи. Увернитесь от нападения дезовцев. Хеллоу 2 на месте. Оружие к бою. Черт! Ладно, поехали. Минус. Минус вертушка. Come on.
Еще один остался. Шейн рвет когти. Или нет? Какая? Чего ты не вижу? Потому что способности. Ну, вот, петушок наш. Ну, детка, что скажешь? Как отсюда выбраться? Не подходи. Чтоб тебе, наркоманка конченая. Вот ты как. Наказать R2. А можно не наказывать? Надо было прибить тебя тогда! Когда? Брент умер. Я его не убивал. Это все ты. Видишь, Брент? Я Thank you.
доволен полностью серией Тора. Наконец-то ее прошел. Хорошо, что я ее не пропустил. Сейчас нам дадут возможность побегать, я так понимаю, в городе, да? В этом стиле, отдавшись во власть гнева, Проныра избрала путь убийцы. Вы получили доступ к новым способностям, чтобы приобрести их, совершенствуйте свои навыки на аренах Керденкея. Керденкея, блин. Ну, арены я не буду проходить. Там, насколько я увидел, можно вроде как играть и Делсином с возможностью, дымной возможностью, способностью. Но не останавливайтесь на этом. Если у вас есть Infamous Second Son, то на этих же аренах можно испытать и Делсина. Ага. То есть нужна установленная Second Son, да? Ну, хорошо, арены, ну, это такое себе. Конечно, доступны мощные силы. Ого. А, вам доступны задания по выживанию на аренах Альфа, задания по спасению заложников на арене Бета. Арена Гамма. Арена Гамма, это что такое? Отражайте атаки голограмм демонов. Бесконечность. Хорошо, что за способности? Неоновая стрела. В секунду. Вау. Блин, способности-то прикольные, но нафига их дают в конце игры? Здесь же нет гейм плюса. Вот возможность, допустим, крутая, но где я его пользую? У меня нифига нету. Ах, черт. Да, еще до хрена. Да, стопудово надо Керден Кей проходить. Ярость неона. Ну я... конечно, свободный режим. В общем... игруха крутая. Ну вот... блин... к сожалению... не... ну, не знаю, мое напутствие на прохождение данной игры, это не нужно выполнять доп. Задания. Вообще не нужно их выполнять, потому что так окажется, что в конце... ого, это что такое у нас? Арена, а. В конце оказывается, что в городе делать-то нечего становится. И поэтому возможности, которые новые дают, как бы особо не попользуются. Не, на самом деле, я так понимаю, что на аренах можно, что, конечно, их заюзать. Это прикольно, думаю, будет. Но... я вот, допустим, не хочу попользоваться арену. Так, чисто для... допустим, он стал... окей, одного убили. Хорошо, что в общем, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за то, что смотрели. Если вы смотрите меня на Твиче, все в записях имеется, то есть в хайлайтах,
все осталось, я все сохраняю, и в коллекциях я сгруппировал все, и можно, в принципе, там посмотреть прохождение первой, второй Infamous Кровавого Фестиваля, и также Second Sun, и First Light, что я сделаю сейчас. Также все это будет залито на YouTube, если можете на YouTube, подписывайтесь на мой Twitch канал. В дальнейшем я буду что-нибудь еще интересное проходить, пока не знаю, ну... планы, конечно, Resident Evil 2 ремейк и обязательно пройду Devil May Cry 5. Не факт, что в день релиза, но как диск получу, потому что я не хочу заполучить именно дисковую версию для моей коллекции. А потом, естественно, будет Sekiro. И, возможно, в планах, не знаю, между Резиком и Devil May Cry мы пройдем, начнем проходить Ninja Gaiden. Я хочу все три части осилить, и также Ninja Gaiden Z. Да, так оно развивается. Так, ну все, всем спасибо, увидимся. Пока.